Команды играют сегодня второй матч группового этапа. Посмотрим, какая из них окажется сильнее. Первый матч обе команды сыграли достаточно убедительно. И будем надеяться, что во второй встрече они также не разочаруют своих поклонников. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Есть шанс выйти вперед! Удар, сейв, неудачно отбивает он мяч. Но это тот случай, когда полевой игрок может взять мяч руками. И снова аут. Шеймус Колман. Душ Сантуш Авейру. Ударище просто! Мимо бьет игрок. И посмотрите, как он переживает. Сюмель и Юмтити. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Это может быть опасная атака. Удар! Не точно удар. И все. Надо забыть это побыстрее и играть дальше. Отлично сыграно. Надо решать. Какая техника? Как? Душ Сантуш Авейру. И пробил. Да ну, это совсем никуда не годится. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Какой прекрасный пример отбора мяча. Душ Сантуш Авейру. Это может быть опасно. Тут защита справляется с потерей мяча. Атака остановлена, но кто получит мяч? Режес. Друзья, мы что, будем смотреть передачу назад? Продолжают владеть мячом очень долго. Пора бы уже как-то обострять. Вот так и надо играть в защите. Режес. Это может быть опасно. Хотел сыграть остров. А сейчас такой важный гол. Благодаря ему они сумели выйти вперед. Пример подает своим товарищам капитан и забивает вот такой красивый гол. Да, ну не зря у него все-таки повязка на рукаве. Он настоящий лидер и сыграл здесь великолепно. 1-0 в нашей игре. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Посмотрим за этой атакой. Я уже сбился считать передачи, честно говоря. Их много, и они все точны. Мяч летит в сторону ворот. Судья показывает, что будет угловой. Голкипер отбивает мяч куда подальше. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Один ноль.
Это второй тайм второго матча команды в групповом этапе Лиги Европы. Будем надеяться, что тренеры внесли коррективы в действия своих футболистов, и во втором тайме мы увидим совсем другой футбол. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Колман. Фернандо. Душ Сантуш Авейру. Пока неплохо. Где же удар? Проверка голкипера. Да нет, он все еще здесь. Опасная подача, но защитник на месте. Спасибо. Отличный пас, сказал соперник. Это шанс. Забивай. Душ Сантуш Авейру. Потерял он мяч, но кому он достанется? Пошли последние полчаса игры. Тут может что-то получиться. Получает мяч на ходу. Могло что-то получиться после этого навеса, но защитник сыграл уверенно. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Душ Сантуш Авейру. На трибуну отправил мяч защитник. Душ Сантуш Авейру. Какой шанс у Алекса Хантера? Спасает голкипер ворот. Гол! 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 Долго собирались игроки на эту комбинацию, но пас в итоге получился просто великолепным. Айда гол! Сыграно как по нотам. Пусть не с первой, так со второй попытки все-таки им удается отправить мяч в сетку. Немного сумбурная атака, конечно, получилась, но гол есть гол. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Защитник выносит мяч. Пошли последние 15 минут. Владеет мячом команда и выбирает момент для обоста. Будет штрафной. Кенич лет 20 назад с таких забивал. Ох, не хотел бы я стоять по этой стенке. Душ Сантуш Авейру. Здорово! Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Аут. Мяч в непосредственной близости от штрафной. Из этого можно что-то извлечь. Душ Сантуш Авейру. Защита надежно играет. Мяч отобран. Отличный отбор. Но мяч-то кому достанется? Отлично сыграно. Надо решать. В мини-футболе такой удар называется каблук. Такие передачи всегда так. Бить надо! Проверка вратаря. Он на месте, никуда не ушел. Всего 2 минуты осталось провести командам на поле. Именно столько добавил судья. Удар нужен! Ох, какой гол! Какой гол!
Вот молодцы. Этот гол никак не меняет расстановку сил в матче. Однако порадовать своих болельщиков команда старается. И спасибо ей за это. Да, команда уже решила свою задачу, добившись весомого перевеса по счету. Но играть в итоге не бросила. Это приятно. Ничем не сумел соперник.